Не нашло ранг. Здорово всем. Сейчас размянемся в один на один. Потом пойдем рубиться. Так. Музычку чуть потише сделаю. Там регулируйте, если что. Народ, смотрю, подтянулся уже. Типфайл, здорово. А где командники? Сейчас разминочная. И куда там жопу подотрет, будем играть. Стрим НБК, кайф. Да, кайф. Когда есть то время поиграть. Самому не, как говорится, плохо. Ладно, поехали. Сейчас есть шанс, что я сольюсь, так как у меня Антанта, а когда я захожу за Антанту в ранке, там все сразу пересаживаются на Америку автоматически. Поэтому сегодня мы будем сосать. Кайф, кидать монету бустарду на пиво. Нет. Именно. То не кайф. Что там, еврик? Антанта? Тоже Антанта? Американец? Ой, американец еще. Ой, я там какой-то китаец. На себе там. Так, надо стопить основную массу. А, кстати, там Фёдор-то, заметьте, командиром. Ну,
Ой, хорошо. Подобранцы прям держатся из последних сил. Командир номер один. Стрим кончился? Нет, там по какой-то причине YouTube его постоянно перезапускают. Вначале. Это уже старая тема. Так не привык немного. Знаю, как вы. Таки, да? Кстати, а патроны это все. Прикольно. Друг спасает, так сказать. Конечно, в залупу поставил. Не стоило так делать. Ай! Неприятно. Ашку получилось хорошо, будем знать.
Надо Неву ставить, чтобы J7... Ну, J7 законтрить, короче. Да. А дальше, в принципе, все у нас нормально будет. Надо было фо поближе поставить, чтобы хотя бы с этого накидывать. Ну ладно уже. Завез снабжение Птурам, все в принципе да, по классике. Куда ты ее поставил, интересно, дружище? Ой, а что случилось? Да он кошму поставил там, ёб твою мать. Суперскрытная кишма? Такое не верю. Колосс подводим. Пролетарии побежали. Это сюда. Там еще дев будет ставить, сука. Да, рекон еще где-то поставил, да? Ну, допустим, допустим. Надо спалить, и Галебом будет убить потом. Но после того, как у него истребитель закадашится, а то истреб по нему был уже. Только не увидел какой, то уже такое. Вот и оно. Ваншот. Это 90S вылез. Серьезно, серьезно. Хорош. Галеб на заготовку. Ищем либо кошму, либо 90-ек будем убивать.
Надеюсь, они... Ой, хорош! Красава, блядь. Смотрите, что творит, сука. Разведчик ебаный. Давай, 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 давай. Ну, сука, чуть-чуть не повезло. Ладно. Так страшно. Можно сказать, вообще не страшно. Сейчас будем 90 когда забирать. Ну, ладно. Дыдыщ. Тыщ. Что ж такое, ну? Починку захватили. Бля, ну не хочу отпускать этот 90-ек вообще. За что так не любишь утопсов? Ну мне так заплатили. Возим бомбы и ракеты, да. Да ты ебаный рот, ну посмотри. Ну, народ, блять. Ну вообще чел не хочет танки терять. Похвально, похвально. Это я тупанул уже немножко. Надо вторую саву достать. Наверняк от того антанты ПВО, оно такое. Такое, скажем так. Ух ты. Что я тут... Они, кстати, не в зоне. Интересно. Прям на край высадил, получается. Yeah.
бэкграундом понаставил. Привет, как дела? Игра для класс, для меня. Для класс, что? За что, значит? Что это за слово? Думаешь, я не дойду царя до галеба, я все равно найду, чувак. Я ж все равно тебя найду. Ой-ой-ой, понял. Все понял, вопросов нет. Но только я новичок, понятно. Мага, тигр белый, все понятно, брат. Че ж тут непонятно? Автор понимает, только возим бомбы и ракеты, да. Автор, ты что, дурак? Не, ну это, кстати, сейчас душнилово будет. Душнило ливнет? Душнило ливни, пожалуйста. У меня уже 200 поинтов. Так, хотел я саву взять, потому что сейчас будет там всякий этот air spam, возможно. Ой, блядь. Ну давайте еще командира поставим. Что делать в начале игры, дружище? Гайды. Смотри гайды. Гайды все рассказывают. Гайды есть здесь, гайды есть там. Гайды они везде. Очень хороший пулемет, кстати, у мехпсов так называемых. Это по сути аналог МГ-3. Один из лучших. Ты где скачал официальную гейм? У меня пиратка в стиме нету. Ну так, пиратки... Пиратки ты не можешь играть, мага. И никак. Надо купить игру либо в эпике, либо в стиме. Можно купить аккаунт в эпике. Тыщ, бабах, да. Друже команданте. Воска за 3 миллиона юаней жестко попадает по танку времен Второй мировой войны. Ну все, я сдаюсь. Ну ладно, еще подожду немного.
Давно играешь игру? Да, очень давно. 3 года как? Как я научился? Через гайды. На ютюбе. Бах. Ну, вот дефолтная фишка красного дракона, вот так вот на флангах. Воевать вот такой хуйней. Куда этот тур летит, блядь? Ёб твою мать. Юкьон, да, и говоришь, ну давай, давай. Да, да, ты задымил, и это все. Если ты задымил, это все. Почти все. Как захватывать точки в игре? Мага. Блянь. Гайды. Блять. Это не так трудно. Спасибо, не за что. Ну, ливни, чел, ливни, чел. Ну, не. Но нет, все, это поражение. Мне надо небо ближе поставить, еще минут 5 назад. А то я так ничего не собью. Да вертарашник его, чем, блядь? С этим? Тем более там это, Red Dragon. Скорее и он вертораж копит. Иначе смысла в его игре сейчас нет. Баба. Блять, это стелс танк, сука, да? Не видно, да, блять? А ты еще, блядь, нихуя ты, блядь. Кошмар сюда привел. Кафир, блядь. И посмотри на меня. Не стесняется даже.
онлайн, только не B5. О, ебать, его Галеб сбил. Щечен махо забрал. А мой не упал. Поэтому в ранкет играть иногда не хочется. Попадается вот такой челик душный. И он как бы не имеет даже шансов на победу, да, и сидит, играет до последнего. В этом есть его право, конечно, но это немножко глупо и бессмысленно, то, что он делает. Почти получился. Генеральские тактики. Ты еще не написал про тактику, а я уже написал и сказал, что это генеральские. Я уже на ментальном уровне чувствую. XD. Иди. Ой, я еще и попал, походу. Ее я на ускорение вследу с текущего момента. Ну. И она не заканчивается, вот что обидно. Я бы уже тоже хотел ускорить.
был бы не против. TY-90! Нет! Нет! На нас. Эпизодические противовоздушные обороны. КГ ливни, блять, пожалуйста. Пожалуйста. Ну давай, 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 давай. Ну давай, ну давай. Как же он хорош, ребята. Все. Победа. Жесткая победа. Китайский старший сержант. Боже, бедный чел. Так, перейдем на основной аккаунт. Сейчас будет темный свет. Не пугайтесь. Пикуда насрал? А, Пикуда досрал. Здравствуйте, Пикуда. Опа! Я просто заметил, что ты стримишь. Естественно. Ты загэнкал бедного рядового, да. Но ты пропустил битву века. Тут было лобби G-драйва 2 на 2. Звони G-драйву, срочно. Должны повторить. Если бы... Так, для начала я хотел деку сгенерировать заказную. Доната было сказано. Так. Какие-то ленивые донатеры, которые даже деки не генерят. Ага, ага. Блюфор. Генерировала. Это если что, нам дека за победу над бустардом. Потан. Префикс. Что там страшное? Корея, 80-й год. Ебать, мне впервые повезло с ебаной этой декой в рандоме. Прикинь? Ни хрена, этим играть можно даже. Что за прикол с бустардом? Ну, мне вот 200 рублей заплатили за то, что выиграл бустарда. Причем я даже не знал то, что за это дадут мне 200 рублей, но я его выиграл. Ни хрена, реально этим играть можно. Реально имба. Спокойно вообще. Тут чего только 18 кобр стоит? 4 пизпизанта, один в лычке, блядь. Еще ковровые бомбардировки можно устраивать. Хелкаты есть. О, мои любимые эти фламен машинки. Сейчас будем опять стену огня строить. Тут даже элита есть, я могу в лесу кого хочешь выиграть этой декой, блядь. Тут элиты прям вообще до хера. Пехота и на вертолете, и на машинках. Есть даже арта, есть ПВО. Вот Редай. Я десантироваться буду, блядь, вот такими пацанами, нах. Заткатчики. Все, имба. Я обычно не взял с рандомными деками. Не уди... Так что удивительно. Так, Euro for Gaz идем. За красных. Что тут? Вроде норм. Зашел? Да я сейчас смотрел 3 на 3. Ого. Тут же. Тут за чешского танкиста. Конечно. Ладно. Что у нас тут? Ладно. Месседж был. Сколько там евреев было? 3 немец. Странное сочетание. Нормальное сочетание. Немец возьмет альфа-джеты и будет их скидывать на союзников. Осуждай. Нужно. 500 поинтов. Сейчас я стрим отмотаю, посмотрю, какой там инкам. Средний. Средний, 50 минут. Правда. Правда. Живите. Правда. Пойду штурмить Елену. Заходят 3 еврея, немец в бар, да, примерно так. Да, моя армия готова. Фоб на фобе, фобом погоняет. Thank you.
Иронично, что когда шутили про евреев, на часах было 19:39, а сейчас 19:42. Ок. XD? Zipfile, здорово, Archmage. Блять, куда эта Черчхелла решила поехать нахуй? А, ну не, она догадалась, что это по этой дороге быстрее. Плохо, неплохо. Они развиваются с хорошо. Интересно, кто такой Хайсенберг. Хайсенберг звучит хайпово, а еще мне нравится, как у нас сишки не промаркованы. О, смотри, бля, ебать, они думают. Как нейросеть в реальном времени. Не, еще смотри, поставил Хайсенберг. Прям как я сказал, сразу поставил. Может, это твой подписчик? Нет. Я надеюсь, мои подписчики правильно напишут Хайзенберг. Так может это имя у него такое? Написание в любом случае неправильно. Пиписчики, подписчики. Ну, ехали, тронулись. Поехали. Так, а где миномет? Чивечи-чимачи. Да все понятно, где крот, че он не тренится. Давай подумаем, где крот. Вот он ваш крот, и вот он ваш енот. Все понятно. Надеюсь, что все понятно. Понятно. А мне 7 Days дороже 75 евро. Ну вот. Вообще, я уже немножко сомневаюсь, что турнир-то запустится, потому что там, по-моему, на данный момент всего 5 команд зарехалось. Почему-то... Не, хотя, еще 3 команды просто специально тянут с регистрации, насколько мне известно. Но надо собрать хотя бы 8, получается. На этом 8 мы соберем. Ну, 8 это прям минималка. Ну да, это минималка. Не, ну евреи тоже туда не особо едут, но... Блин, там они вдвоем туда едут. Air Friendly Fire, что? Что? Я про гопника забыл. А? А? Хи-хи, ха-ха, хо-хо. Я не сошел с ума. Да я мою. Блять, вот почему на мою зону прилетает ебучий Яшун не в рот? Шаталь, мой рот. Мне нужна помощь! Срочно. Стоит это. Могу понафиг. Погланы. Ладно, я гопника чихну, я сруль скину. Натравлю. А, ты уже натравил? Трави. Жесткий врыв. Ну, проблема, потерь нет. Не вернется. Все, разобрались, вообще легко, очень легко. Обманули Гоев. Так, израильская авиация. Да. А? Югославская авиация поднимается в воздух. Ну, это уже страшно. Ну подсвети переех, что ты делаешь? Рау, кринжует.
ну интересно, я на раме его заберу. Блин, не. А, да. Что светит? Не заметил. Не попади, гадость. Дракон 2 из 2. У нас чувак этот морскую пехоту, еще и ванильную морскую пехоту. Потеря гусеницы, это ты виноват. Понял. Да, сэр. Опять шаеты будут высаживаться. Сколько можно? Мне кошму. Куда-то. Иду. Проблема, саппорта нету, блять, приходится вот так вот медленно двигаться. Проблема. Это у нас 3 топ-танка. Здорово, Брификс. Здорово. Шо как? Доживем. Живем же. Не проверял последний раз, вроде пульс есть. Я кошмар, чел уже вызвал, и вам кирюкарту перекидывал. Чего уже кошмар приехала? Опять я щур не мрет. Есть свободные гопники, может прям сейчас вылет. Свободные гопники отдыхают уже на земле давным-давно. Перенова. В Сербии все гопники перевелись, по-вашему. Радар, блядь, че он летит тысячу лет? На нахуй. Ну я сур упал. Пойдет. Лови. Ловишь? Ловлю. Лестер такой. А-а-а-а! Бабам. Да, ему хуйня, он его даже не двинул. Если бы двинул, кстати, может быть, даже выжил. Где там был... этот? Дракон, или вы его убили уже? Так он... Фейрили, вроде.
каких-то нубиков без армии генкаете. Ну так зайдите, блять, давайте, собирайте. Не, там. Богатыри, богатыри. Да, блядь. Да, да. Вот спекуда есть, 2 на 2, блять, пожалуйста. На господи. Лагерь начался. Спаси! Хафиз. Так, пошли сюда тогда. А то нам везде уже не интересно. Что с бустардом? А что? Что с ним? Кто? Главное, префект знает, что с бустардом, и спрашивает. Ну ты серьезно. Ну, у меня там 2-4 пушки. Можно? Нет. Почему утопится? Он больше 20 крон стоил. Правильно? Правильно. А ты думал, что он из ВРГ ушел? Не, не ушел еще. Мы близки к этому. Я думаю, мы близки к этому. 100%. Леопард? Нет. Парак свой. Вижу. Не. Так, ждем топляка, там модерны сейчас как полезут. А я пока музычку поменяю. Вот такую, например. Ну а пятый сюда притащили, ты шо, ты шо? Не шутя, да? Тыщ! Кабину. О, ау. А, это у нас тут аутист играет на фланге, где нет сектора. Это правильно, это по-нашему. Не он первый линул, но. Махутку 228, супер, ну так я так понимаю, что если он до 2-8, то он нашинский якобы. В плане слейв. Слейвьянин. На нахуй. Мордор не убил, можно чуть выкатит вилку и убьет Мордор. Куда эта ракета полетела? Куда эта ракета летит? Рез мне прилетела в лазик, блядь. Смотрите, бустарды, ратуйтесь, чтобы послушать голубую луну, НБК и енота нужно платить, а у нее бесплатно. В смысле, блядь, у меня бесплатно голубая луна слушается. Не надо тут рассказывать. Кто мне последний раз за голубую луну платил? А? Может, я не знаю, мне никто не сказал? Или тебя заставили заплатить, префикс? Там, ты говори там, мошенничество будем пресекать. Так, УАЗик на Федор вызываю, потому что могу.
Топай. Это моя меркава исчезла. Она испарилась? Да. Какой-то воздушный прорыв. Ну, можно попадать? Ай. Ой. Вот и все. Вот и все. Смотри, как чел навел. 390 поинтов. Даже я 1090. Хорош. Он хорош. Не слился уже, красава? Правильно, правильно. Давай еще вот. Это лучшая война, та, которая не случилась, а это вот. А? Так, нет, тут какой-то дрочил его на рисовых. О, тебя опять создали, заходи. Это синий, причем. Опять наша дрочила. Да. Префик, своя дека, если че. Ты еще не видел. Блять, тут. Это с днем Донг Хайо, кстати. Ну а как? Народ, смотрю, нашел новые кровавые горы под названием Закон Джунглей. Нет, он просто твой стрим нашел. Ну. Тяжело в деревне летом. Я тебе сопорчу. Так, мы сейчас полную глупость сделаю. Это раш? Но у меня это, как говорится, навязчивые мысли берут верх иногда. У нас уже вон слева британец разложился. Понятно. Ну тут намек на слив, конечно. Такой железобетонный. Но мы попробуем. Слить? Не слить. Воду. Нет, воду я слил. Бочка? Опа, какой-то китаец зашел туда в Three Kingdoms. Нет. Что? Что? И? Да, все. Всех-то надо на стриме увидели, все. Да че, таймер же был. Чел, слева вертолеты. О, господи, да, это мы слили эту игру. У нас наземная армия меньше, чем. Сейчас будет победа. Как этот, кто-то скидывал у меня в мимосы Хизбалу, который приземляется с этих портов. Да, да, да. На лэп.
Он это на каждом стриме делает. Кто он-то? О чем вы говорите? Кто здесь? Ой. Поехали. Нихуя, М18, все быстрый путь выбрали. Так у них же по пересеченке сколько? Ну да, сотка. Ну, там самая быстрая машинка — это югославская кошма. У нее 120 по пересеченке. Имба? Имба. А, финские миги. А? О! Финские фиги. Они хоть лучкованные? Да. Ты была одиночкованная? Я видел. Блять, соколи. Их же три. Соколи. Давай, разминируй. Сейчас он его еще остановит. О, нормально. Пронется, первый убил. Ловко ты, это ты убил там этошки? Этошки, да. Я вертаюсь. Не, не вертаюсь там. Забей, да, тут ладно. Слева кто-то едет с нами. Ой, нам хана тут с тобой. О, миги, миги, миги. Если сейчас зальет, хорошо будет, очень хорошо будет. Не-не-не, братик. Блять, обидно, под ДПС попадаю. Ну, расселивай там, пить. Я хочу больше ДПСа. А, нарвоз это. БУшки остались, БУшки мы, если хочешь, можем разобрать потом разными способами. Я хочу вот эти домики взять, там грушник сидит и все. Давай. А еще ты, да, место фисти, там где стак КТ-шек заехал. КТ-шки я походу уже разреб. Давай до грести дурачков. Они без ПВО абсолютно. И миги там были залиты по итогу. А тунгуска. Там тунгуска залил. Залил, убил. Убил. ПУшки сейчас смотри, чтоб да, просто не вылезли. Ну я думал, они закатились, они тут гадски так. Mm-hmm.
Но они пол хпшные обе. А че у нас заливается? Дайте дамаг взять. А там этот все залили, поэтому разменялись плюс по итогу, да? Это дичь, конечно, на мапе происходит полная. И не просто. Вау! Ебаный вулкан застрял. О! Разбагало. Мне кажется, если мы с такими аутистами выиграем, это будет прям сильно. Так, давайте снабжение еще вызову. А я вызвал. Что будет? Как они первый раз доехали, а второй раз не доехали? 15-е. Или типа чисто из-за вот этого расстояния им не хватает топлива. Ну да, ты же их ближе поставил. Прикинь, блядь, сука. Ой, бля. О, канон виси, виси, канон, канон виси. Да иди нахуй, ты ебаная. Ладно, я понял, надо, да, надо потерпеть. Пекуда, выгружай юнит, блядь. Да. И это так. У нас на базе что-то... Yeah. Что-то артит. Может, нас что-то заметили? С нашей стороны на базе, нет? Вот тут что-то... А, тут самолет взорвал мне снабжение. Спасибо, Энн. Получай, пилот. Рафаль, не заливай. Ну, пикуда, ёп. Ну, я надеялся, что он попадет, а не как обычно. Ты Путин хочешь? Да. На, я тебя заправлю. Мы атакуем или сидим в дефе? Я думаю, сидим в дефе, пока у них самолета не отводут. Потому что потом я смогу хотя бы им разово вырубать, короче. Понял? Танчики. Надо будет больше успеха. А лесочек мы займем. Да, главное там везли нормально. Да, е-мое.
Хоуки близко поставишь сейчас. Похуй. Тут отдам, потому что... Просто я боюсь, что если они сейчас вылетят и заберут тебе два танка, как бы будет до побачення. Терпи, куда там маном будешь. Или не будешь. Оук, F. Да похуй. А поспешил халками, конечно. Хотя он что-то попадает. Заебись и залил. Варемом вообще не туда, куда заливал. Можно закончиться. Почему вы из леса вышли? Ну, блять. Ну ёбаный рот. Гарды, господи. Да ё-моё. Ебать, тут три чела. Ну, терпим. У нас зато две зоны, и майк до сих пор спорный, то есть они успеха-то не добиваются все равно. Великий Пикуда с своими шассерами и машинками вперед шассеров. Просто... Микроконтроль одного из лучших игроков планеты. Это я. Станет на муки, блядь. Не про тебя, я про Эрику. Да я понимаю. Эту хуйню и вижу. А все, нацист. А все. Да тут не будут быстрее, чем леопарды. Надо было раньше. Вообще это, кстати, нереально жестко, то, что типы уже столько времени держат вот этот город. Но видите, двойное давление все-таки сработало. То есть Британия закончился, зато немец вовремя пришел и закрепил позицию. Из плохих новостей, мне танки в панике, сейчас не убьют твердый. Так надо же было не кайзеры покупать, а новые спарные танки. Спасибо. Аурики. Молодецки. Да ёб твою мать. Как попадает. Да чё вам бы вот на этот лес переключиться, намекну, что вот тут, ребят, давайте как-то вдвоем определитесь. Давайте как-то. Господи, ты со своими кассетами, там смерчом угомонись.
Кроталю F. F кротали. Ну, блин, чё-то просто. Две ларамки выкуплю, посмотрим, кто будет смеяться. РБК гаубица? Не, гаубица тут сейчас вообще не к слову, блядь. И шо у нас тут? Стримчанский пиксель. А шо? А шо? Да пятый, значит сюда перекатывай, нахуй, быстро. Времени нет. Там уже не клерки сейчас приедут. Ты не выкатишься через мост, мне кажется. Я ж не, видишь, я не могу спама столько дать. Так мне не надо, я убиваю быстрее. Или клерки будут воевать. Ну ладно. Я что сделал себе? Ладно. Ну ёб твою мать. Радарник справа летит. Ну тебя выгружай, выгружай. Нормально все. На мясо происходит ебейшее. Одну буху сейчас слил. Хорош, чел. Блин, и вторую, вторую, вторую. Но вторая не будет. Нет, будет. Нет, не будет. Ну вот. Нет, ну смешки дали по электрикам, в итоге по моим дорогущим этим, блядь, 18. Да как хотел. И за шо? За шо просто.
Фух, ну нам передышку вроде дают, но там сколько потери? Одна БУшка получается. ПВО они напасли, что пиздец, типа. Еще на миду сейчас проблемы у нас будут. Ну нам с другой стороны нейтралитет устраивает, плюс уже 30 минут закасталось. Надо еще 10 минут в таком темпе продержаться. И в целом, все будет нормально. Ну вот так. Вот это вот уже плохо. Жиру, перекатись нахуй на другую сторону и не воюй так. А, не командира, знаешь, как поставили? Я догадываюсь, сюда дела. Макс тренирует Тиму на турик, я сомневаюсь. Просто играю так часто. Да, зря. А, это не двоим. Ладно. Чоп-чоп, он зря на деревню в лес спустился. Out of inf. Пиздец, как этот деку собирал нахуй, конч. О, масс вылет. Вот ты электрик, я говорю, вообще не надо тасоваться, блять, ну. Ну это не понимаешь. Нет. Ну да. Нас же нейтралитет устраивал, а ты если хочешь нас статус око перевести в статус, когда мы сосать хуй будем. Лапят и види. Что забей на майк пока, типа, дефаемся. Вот пусть там эти тварды нахуй и горят нахуй. Нам сейчас нужно на этих коротких дистанциях воевать. Че, на панзаре на дереве уже 3 раза спалить, но он не хочет. Естественно. Он еще один. А он? Да.
У нас только 3 фоба. Но у меня ж нет фоба. Быдло. Как же после Варно охуенно играть в эту, чудесную игру, в эту прекрасную игру? Просто нереально. Так, кстати, то, что у нас фобы закончится, это будет мем. У нас фобы закончится. Вообще-то ты должен был 2 поставить. Ни хрена не знаю, 2 ЛРМ и 1 фоба. Да. Ни хрена себе, 2 ЛРМ всегда 2 фоба, а что ты, блядь, сейчас нихуя ты, блядь. Ой, я кошмар убил, не нами. Хорош. 2 ЛРМ, 1 фоб, блядь, это как... Two Girls One Cup, да, блядь? Да. Да, да. Что это значит? Даже не знаешь? Загугли. Правда. Видите, по правде. Ну, это герой Южной Кореи за эту катку. Он тут уже вертолет, который живет 30 минут, это сильно. Ладно, мы сюда. А ты будешь тут чинить. Мы что думали, Ирина? Ну это-то ебать залетели таким говном. Серия! Не понял. А где? Какая серия? Серия! Как же мы оперируем этих гоев? Таки да? Вот он убил. Привет, Маслай. Ладно, леопарды отвоевались и ретируются назад. Кошмар здесь опять. А что случилось? Что случилось? Все уж нормально было. А чел на какой-то хуй ко мне вызвался.
Все, префикс, отработано на 1000000% это дека, блядь. Похую вообще. Имба. Южнокорейская имба. Я вчера что-то решил полистать, кто еще в Wargame играет, нашел какого-то корейского енота в молодости. Есть, есть, да, да. Ты что, такого видел первый раз? Серьезно? Ну, да. Но он прям по-английски вообще не шпрехает, поэтому коммуницировать с ним тяжко. Ну, прям как енот, кстати. Южнокорейская имба, блядь. ЛРМ убил твердый. Что там, создадут лобешник? Ну тут что-то так кислое. Да. Вот ты, блядь. Николай 200. Привет. Сыграй, пожалуйста, КНДР Михан. Хочу за него мастер-класс увидеть. Спасибо. Благодарю, Николай. КНДР Михан, заказ принят. Спасибо за ваши денежки. Какой КНДР Михан? Не, ну это имба дека так-то. Я единственное, что вот на такие деки надо звать людей, которые вот умеют говном играть. Вот типа там енот, злобин, там легендарные вот эти типы. А я всегда играю через качество, поэтому для меня такие деки это всегда челлендж. Потому что если юнит не стоит 200 поинтов, типа, то мне как-то сложно играть этим юнитом. Грубо говоря, да. Так, значит, берем 4 пехотных кошмы, 4 танковых. По снабжению у нас печаль, конечно, но тут ничего не сделаешь. Быстро зашел, тут так я ж деку собираю. Давай, давай. Потом ты свои грязные деньги отработаешь. Так, ну сейчас мы сыграем, да. Там собираем. Так, такую деку. А я вот так делаю. Что? Видели? Попали. Давай, давай, чё, сука, слышишь? Я бы напишу го, чтоб он не волновался. Бисмарк, подожди. Сейчас вот, видишь, великая катка будет. Не успел Кандер Михан играть, значит будем вот таким вот батл-группам играть, нахуй. Наказание, блядь. Ну и плюс я увидел, что там Пикуда, как всегда, подобрал сильнейших соперников. 60% винрейта на 100 игр, это все. Это просто все. Там было 70 на 1000, ну ладно. Ну, второго игрока, может? Да, второго игрока. Не шутя, какая дека. Ну, ты реально батл-группу взял какую-то. Да. Ты завидуешь просто? Ну иди, треугольник. Домик я займу. У меня есть конкурс в дом. Прикинь. Есть конкурс в дом? Опять эти твои БТР жало, сука. Мои БТР жало. Ты хочешь нашей победы, я смотрю. Посмотри, Андрей, у меня самовар есть. И кто из нас сильнее? Господи, как я пошлый. А, тунгуску забыл. Ладно. Так сделаем. Тунжуйка.
Этими самоварами сейчас до Берлина поедешь? А? Этими самоварами до Берлина поедешь? Да, да. И скорее до Берлина. Надеюсь, если кто-нибудь не хав не прилетит нам по колонне. Пожалуйста. А где бустард? А что где бустард? Зигман, иди нахуй со своим бустардом. Хочешь поговорить с бустардом? Иди к бустарду. Бустарды, кроты и еноты неинтересны. Вообще, я за ними не слежу. А где Бисмарк? Где Бисмарк? У нас, кстати, челик развернулся, блядь. Ладно, я не буду спрашивать. Не буду задавать дурацких вопросов. Просто не смотри. Не смотри. Трон возьму чисто просканить. Сейчас такой нифа полетает, и Мелка такая: о, такой Мелка его не смотрит. Как зачитаю. Это камс. Что вот это просто мрази против нас играют. Просто мы так никогда не делаем. Ну, мы нет, крот, да. Абсолютные мрази. Нет, у меня ПО нет, пить это говно. Она была бодержала взять. Ты бодержала взяла, а осы за 30 не взял. Это ошибка. Где я? Я что даю? Нет, тут. А хоть дымы есть? Дымы есть. И там кто? Ни одного стрима умирает? Не, наверное, вот одного. У меня все работает. Да. Рассосись, потому что сейчас же второй вылет, блядь. Ты рассосался уже? Уже, по идее, должен вот отказаться. Я ж готов на бирюзы тут есть. Да, если что. Отлети назад, гребаный як. Navy Seals, вот это попали пальцы в двери называется. Против самоваров Navy Seals вообще не катят. Там Леклерка 2, вот что с ними делать, я пока не знаю. Ты говна, Абрамс? Хочешься что-нибудь? Да. Отказ двигателя.
Умер. И орудие, огонь, зададим им. Задали. Да, что надо мне? Чем в этом мире что-то, кроме мотострелков и самовара? А БМП-1Д. Так. За пропаганду дегенеративного контента. Расстрел, потом бан. Зенитная батарея готова. Навожу мотор. Мне хочется за вертарыша чела убить ему вот это уж. На дым, господи, запутался в клавише. Старенький уже. Все? Я вижу внимание. Почему это всегда не нужно? Отдыхай. Докладывать нечего. Топовый появился. Все решают самовары и пехота. Так, а что еще на базе что-то поставить? Слева там у нас вроде как что-то висит. Самовары их и ружья. Жду приказаний. Отбой. Сигал. Стивен. Почему это всегда мне достается? Ты же образцы накупил? Правильно. Ну, кто? Образцы накопил? Я? Зачем? Блять, чтобы воевать. У меня нет образцов. Что-нибудь. Сейчас накоплю. Ох уж это ваш пику, да. Совсем старенький. Тут бирюзу долбит. А нихуя не просвечивается так-то. Так у них разведчик где-то что-то. Так я вот, блять, либо здесь, да, либо там. Надо найти и уничтожить. Аж нет пехотной разведки. Да иди ж твой рот. Гадость. А где их рекон-то, блин? Что там горело? Просто как это понял. Так слева нет его. Хуя себе, это он что, блядь, трюк квадрат так подсвечивает? Ну, нас пехоту надо сам пропихивать. Есть для нас приказ. Миша стой тут сразу атакамсом снимут. Даже. Понял, от бэушки шо, все? Все? Их сфотографировали на память. Одно ушки есть. Выкладывайте. Есть приказание, шеф? Ну и расстраю именно. А? Приказание, шеф. Блять, надо так точно гаубицу ебать. А наш левый чувак двигается вообще, блять? Нет. Он отбомбил. А, он чё, он сейчас жестко, да. Жестко играет чел. Что партить чем-то? Да, мне его даже побомбить нечем. А, як 38 есть, да.
Ножник он светит, гадость. Это не тот, я говорю, с 8, Бисмарк. Фугасный, может ваншотнуть Люклерк. Мем. Ах, он их разделил, ты на него чем-то летишь? Или это не ты? Ну, одну съели. Таким нехитрым способом. Это Бабрамс умер? Лоу. Да, один Бабрамс умер. Чел жестко контролил, видать. Он типа спам на халяву заливает. Еще минут 10, и они типа перестанут так играть. Потому что у них все закончится нахуй. Бам. Давай быстро, все, будто вернулся. Вовремя отъехал. Че, вот эти атакам, конечно, ловят прям по-жестки. Ты че? А, это стрела сдох, ладно. А, он все живо, все, я что-то подумал. Подскажи, да, режим переселки вообще подход для начинающих? Режим переселки, это ты имеешь в виду играть против ботов. Боты в этой игре неимоверно тупые, и типа ты ничему не научишься. По факту. Тебе достаточно просто первый гайд глянуть, который у меня на канале. И ты уже примерно поймешь, что к чему. И будешь в правильном направлении двигаться. Равин. Он расчищал. Кстати, бук-то не дочистил. Минус F-117. Но это было сильно жестко, на одном хп 15 ушел. Неэффективно. Так куда ты газуешь? Адрес. Тэшка тут не вариант, друга. Если бы она еще летела, так как я ей говорю, а не просто тяну. Бать там задроты, блядь. Ей, дякую, обращайся. Что? Любой момент. Тут ГГ, потому что у нас чел не двигается, типа. Я предлагаю его сейчас... Сможешь его чем-то забомбить сейчас? Ил-102. Давай его вот так напишем. Ты можешь на русском написать. Будешь его бомбить? Ну, полетел, я прям в центр леса кинул. Ребят, человек даже не удосужился на YouTube зайти и написать Wargame как играть. Типа... То есть, потому что даже два видео, то есть, надо потратить 20 минут, чтобы не играть настолько уныло. То есть, чтобы играть лучше, чем вот это вот, блядь. 20 минут, за 20 минут у этого человека вырос бы IQ. Но он всю жизнь не умеет заходить на YouTube, блядь. То есть, для него вот это вот повышение IQ, оно нахуй не сдалось, блядь. Зато он заходит в игру, блядь, портить игру другим, блядь. What the fuck, реально. Кок играть, вот именно, надо сказать просто кок играть. Бомби его, блядь, до упора нахуй. Меня Ил-102 сбили, там патриот под боком у него. Сука, ПТКшить даже не дают нормально. Твари.
То можем посмотреть на камуфляж на Як-38. Текстура-то другая. Гори, УАЗик, гори. What the fuck, man? What the fuck? Я почти Леклерк убил с помощью твоих мотострелков. Да я тоже вообще добил. Ладно, у меня есть более ультимативное средство. Да, он сидит у меня ураганом. Еще интересно, как его стату глянуть, типа. Если у него там 1000 игр, это вообще пиздец, блядь. Кстати, из-за напалма не смог присесть. У него 50% на 300. Ты сейчас второй Ликрайк чуть не убил, и мне показалось. Не знаю. Там какая-то хрень... А, да, второй Ликрайк выпятил, получил... Вообще никуда не делаем, типы танки сливают. Сначала попробовал понять компанию, что получалось, но это не то. Компания — это, во-первых, режим уничтожения. То есть это немножко другой режим игры. Плюс ты там занимаешься вот этим двиганием фишечек, их восстановлением. То есть, ну, это все интересно, но это... К мультиплееру вообще никакого отношения не имеет. В этом проблема. А, ну мультиплеерки выжили, кстати. Да. И на пиздюнькал. Все, ливаем. Достаточно. Подожди, я хочу ураганом по ликрикам залить. Давай, подождем. Вдруг умрут. То есть 20 минут этот чувак бы потратил на игру, именно обучение. И все, он бы уже так не играл по-тупому. Ну ладно, не пойду. Значит, надо поехали. Так, ты пока там такой собираешь, я сейчас вернусь. Да, хорошо. А, ну я еще нихуя себе, блядь. Да уж. Так, да куда? Действительно, пора собрать. Николай это у нас был. По пехоте проблема, нет штурмовиков, я предпочитаю все равно элиту брать принудительно. Карта саперов здесь пригодится, если в лесу все-таки придется воевать. Вот это самая эффективная карта, это огневая поддержка. Дальше у нас спам идет. Далее у нас памп туров. Можно в лычку взять, наверное, и еще вот такую карту. Возможно, хочется взять БМП-1, чтобы танкиста обмазывать. Наверное, так и сделаем. Ущерб даже. А, мы три карты бочонков используем. Тогда вот так делаем. Птуров 14 штук хватит, тем более у нас они не особо эффективные. Хотя есть, конечно, вариант взять вторую карту. Или отряды огневой поддержки. Давайте так, ладно, хорошо. Пока так. Он Гайо 3. Минометы. Возьмем такие, не принципиально. Шпаги. Шилка нерадарная. Что тут еще взять-то? В принципе, похер. Все равно мы для ПВО будем использовать именно Хвасин Чонги. Чонмахо 5 — это наш супер танк. Берем их как можно больше. И Т-62Д, и Т-72М. Т-72М у нас особенностью обладает. 18-й пробой, но при этом броня 12-я. Правда, де-факто этот пробой 17-й, так как 200 дальность, и у вас за счет скейлинга будет 17-й пробой. Но все равно в упоре страшная штука. По разведке проблема, нет пехотной разведки, типа, просто потому что. Это очень обидно, это очень печально. По Т-76Б, либо вот эта залупа, ну я привык куда-то залупа спамить, хай буде. Су-100. ЗУшки берем. Ми-25 это наш аргумент будет, кстати. И, кстати, мне еще нравятся вот эти вот, Вин АГС. У них тут, если на них камуфляж стал. Прикольно. По авиации. Это кассетники в первую очередь. Далее это хоть какие-то истребители. СК-шка. F-5B. Можно взять дронов, кстати. Надо что-то убрать, потому что самолеты — это наш аргумент. Берем такое говно. И минометы, кстати, можно убрать на самом деле. Тройственные хай будут. Вдруг будем катать Чонмахо в дымах. Тут либо дрон взять, вот такой. Либо даже такой дрон. Давайте возьмем. Давайте возьмем. Ну бы и да. Со старта чисто захламить воздух. Сейчас ждем Пикудычу.
Я статут так и не глянул, кстати, того чувачка, да? Не глянул. Ну, типа, тем более, если он на русском пишет, значит, он из нашего этого, так сказать. То есть, он не может, что ли, зайти и глянуть пару видео? Серьезно? Типа, я не понимаю просто. Сам говоришь, нуб, на самом деле, нуб это ты, мага, блядь. Ну, все, нахуй, я с тобой согласен. Я не могу, как бы, как говорить, спорить с человеком, который никнейм мага-тигр белый, блядь, я вообще спорить не могу, нахуй. Я сдаюсь. А какого цвета белый волк? Желтого. Так, гей-секс подходит? Раз еще тут прям. О, тут все как надо просто, все как надо. То, что надо. Давай. Блять, хочу бы пятый. Здорово, Бисмарк. Здорово. Я взял бы пятый. Все, вы знаете, что я буду сейчас делать. Я это не делал уже 1000 лет. Куда едем? Кто на Елена быстро поедет? Если мы играем дефолт, то... А, нет, я вообще все. Я вообще справа отдыхаю. Это будет правильно. Я хочу отдыхать так. Но ладно. Я готов. Я стартую. Вылетаю бы пятым со старта и двумя дронами. Хотите антирадар возьмите? Взял. У них там было Нарад, ВДВ, Синий Дракон, Мотор и Израиль. Кстати, возможно, истребителей будет много со старта. Может. Я, наверное, дроны отменю, все-таки лучше истребитель возьму. Возможно, разменяю хотя бы пятый тогда. Летим? Да. Да, там кэт забираем. Ладно, я пушечкой. А он, гада, сейчас будет стунить Б5. Не успел. Арта. Арта на туре.
Гугалара ебанских можно делать. Но! Че? Они остановили. Ну ничего, зато он выжил. Значит, мы вернемся. Мы возвращаемся. Да, там что упало? Интердам не понял. КТ-шка на бреющем сбила лонгбоу. Лонгбоу. Лонгбабве? Отлетите, вы уроды. Залейте на раме. Бегу, накажем вин. А? Куда тебе? Там что-то случилось? Я, блядь, КТ-шку микрю, которую он бы сбивает. Там какую-то кошму говорите. Эти ваши конкест поинты мне не нужны. Я понял, надо еще потуров. А мне? Понял. Ты долбоёб, придумал назвать тур флейтой, нахуй. Я просто не знаю. Флейта, потому что кожаная, бащ. Понял. Понял. Не поливали. Ясно. А что случилось? Разъебали нубов, понятно. Бисмарк, как всегда, просто. Нигер. Ну вот. Это нигер. Ладно. Все, иди. А, посначал сбил Рейвен. Ну все. Бывает. У меня вот суд, значит, 24 сбил томат. Так, ну надо еще тогда. Они снова создали, но это было какие-то ауты полные. Дайте в лобби, пожалуйста, Бисмарк. Ай-ай. Это он сам приглашает. Так, ты там только фильтруй, чтоб совсем дурачки у нас не были. Макс, угу. Тесты, дурочка.
Так, а что, все ревнули? Где все? Да что-то странно, главное. Косарь игроков-то. Угу. Буквально. Получается все 10 на 10. Давайте в 10 на 10. А может нахуй сходишь? Не. О. Надо звать Макса, считаю. Их великий стак? Угу. Да, не да. Господи, сколько их там собралось. Они где-то играют. Или доигрывают. Хуяси. Командир РДК Денис Вайтрекс у Марка Фейгин. Так это уже не первый раз. Не первый раз? Да. Там и Легион Свободы России был. А Фейгин уже перестал с Арестовичем делать? Да. А чё так? Ну, цитата Фейгина: Арестович тяжелый характером человек. Больше объяснений не было. У меня своя дорога, у него своя. Ну, зато честно, зато честно. Он теперь с какой-то женщиной стримы делает. А ты не наш, что ли? Не, наша, по идее, какая-то женщина. Наша женщина. Быть. Я каждый раз до сих пор угораю с того, как у Фейгина ж эта жена изменила секретаршей. Что? Ну, у него жена изменила секретаршей. Лесбухой стала. А. Ладно. Ладно. Ну и шо? Ого. Гайдадыр. Забила. Опа. Наебалово, блядь. Не-не-не. Получается реально. Что, играем? Не, подожди, вернись. Вернись, играем в охоту. Один хуй докинет. Сейчас, я секунду. Ладно, тут... Не, если они играют, ну, типа, с готовыми реконами, то нормально. Если они играют, типа, сами собранными, то нет смысла, они выиграют нас. Просто потому что. Они, кстати, красных включили. Я знаю. Ну, надо там точно заготовленные деки. В смысле их нет. Просто вот именно играть дефолтный, но нет смысла. Особенно нет смысла играть красный на красных, это вообще глины месиво. Не, нахуй, короче. Какие-то азиаты тупые. Бисмарк нас, как всегда, втянул какую-то хуйню. Создай. Мы вышли, они назад это поставили, кринжу. Блять, там... Что там за клонов понабрали? Кто я? О! Человек. Узкоглазая хуйня. Бля. О, нет, это куда-то. А как?
А, он ранкет дрочил. Да. О, это тут тоже можешь кикать. Это мы будем бан. Я пришел насказывать и вышел. Ок. Хорош, сел. Крутой. Я испугался играть против таких. А что такое? Что случилось? Ну, вот сейчас опять там разведка говна будет, да? Не, эти сейчас тартанут, если все зайдут. О, ну нас кикнул сейчас. Не, это кринжевички. А вы мне разведите? Блять. А шо, Эдбэк, ты имеешь... А, 800 игр, ладно, имеешь слово. Я тут рулю на баса. Да. Питпорт, не двигайся. Не двигайся. Все, сидим, все собираем, блядь. Вечная... Говноеды, с ними нельзя нормально играть. Не шконченные. Давай, кики меня. Научишься играть разыбёшь, ты сид, ну все, ловлю на слове. Ладно, я их триггернул. Тут и сайт, бригадника возьми. Зараз ловлю. Есть Макс, я не понимаю. Он должен был против нас убегать. Так, я договорился там. А? В следующий раз они нас забанят. Хорош. Интересно, договорился? Блять, на ебучий телеграм. Ну, постоянно случайно в архив падают эти, блять. Куда оно теперь делать, блять? В архив подать, ну случайно двигаешь, блять, рукой, она нахуй в архив кидает, да, канал, блять, ну заебала эта тема. Какая тупая, блять. Бывает. Плюс 2. Ну типа. Так, 3 минуты засекаем, если не собирается. Потому что надо там дела решить. А Дека тогда останется на завтра. Доиграть. Ну, хоть людей решить. И он даже счастлив, но потому что там, блядь, надо этот вопрос решить быстро. Иначе это будет долго. Сорян, кого обидел. Ясно, слился. Ясно, но... Можно и так сказать.
Так, все, спасибо за игру. Давай. Так, ребят, завтра продолжим.